Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Регас. Короче, сегодня мы прокатимся на Mercedes-Benz Sprinter 313. Очень классный спринтер, на таком скине, такой беленький скин, и написано Sprinter. Не помню, кто делал скин, вроде мой администратор Рон, по-старому Рон, а сейчас он Хельфер, вроде бы он делал. Я не помню точно, но вроде бы он делал. Короче, чтобы скачать спринтер, как всегда, вы знаете, все мои моды, карты, ссылочки в описании. Сегодня прокатимся на карте подмешка. Короче, вот такой вот спринтер. Теперь я ролики иногда буду записывать вот так, как сейчас записываю. Буду начало озвучивать и конец озвучивать. То есть я снял ролик и потом озвучил себе начало и конец. А серединку вы будете слышать звуки спринтера, ну и наблюдать за всем этим. Посторонних звуков не будет. Ну, короче, некоторые ролики буду записывать с голосом именно полностью, но это некоторое мало будет. Ну, короче, желаю вам приятного просмотра. Перед началом ролика поставьте лайк, подпишитесь на канал, ведь ролик, мне кажется, получился зачетный. Короче, не буду тянуть, приятного просмотра. Tudo bom? Esse motorista não sabe dirigir, não. E aí, motor, beleza? Devagar aí, motorista!
Não, devagar, Praga. Bom trabalho, a gente se vê aí. Fui. E aí, motor, beleza? Um ótimo dia com você. Na próxima desce. Opa, motorista, cuidado. Ei, motorista, vai devagar. E aí, tudo bem?
Ну что, ребята, вот такой ролик получился. Я думаю, он вам понравился. Напоминаю, спринтер можно скачать по ссылочке в описании. Выпускаем пассажиров и все. Всем спасибо за просмотр. Еще раз подпишитесь на канал, поставьте лайк, пожалуйста. Мне очень важна ваша поддержка. Давайте 100 подписчиков добьем. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.